Живописное побережье, заполненное отдыхающими пляжей и чистое море. О том, что рядом работает крупный завод, можно понять только по возведенному комплексу. Его построили здесь 5 лет назад. Но и сегодня в заливе водится гребешок. А в местной речке рыба заходит на нерест. Я живу здесь 41 год. Завод уже 5 лет существует. Дорогу сделали до завода, когда ее не было бы без завода. Как было море, так и есть море. Мы тоже очень боялись за экологию в море, потому что здесь есть все. И краб, и гребешок, и все что угодно. Потому что здесь дайверы очень активно, в общем-то, занимаются. Вот. Тоже, в принципе, у нас сейчас претензий к заводу СПГ сейчас никаких нет. Пока Сахалинский завод по сжижению природного газа единственный в стране. Но уже в ближайшее время второй появится в Приморье. Планируется, что первую линию запустят уже в 2018 году. Площадка для него выбрали Хасанский район, бухту Перевозную. В «Газпроме» уверили, после появления завода экологическая ситуация не изменится и в Приморье. А Сахалинский завод тому подтверждение. Как пример и того, что будет строиться в Приморье, то мне очень понравилось. То есть можно с уверенностью сказать, что компания «Газпром» является экологически ответственным застройщиком. Уже утвержден план мероприятий по созданию в Приморье высокотехнологичного производства. Определили генерального проектировщика завода. После слушания о том проекте при обосновании инвестиций это позволило нам перейти на практическую реализацию, то есть к проектированию. Конечно, этот завод будет самый современный. Конечно, это будут соблюдены все самые экологические высокие требования. Приморский завод СПГ будет практически братом-близнецом Сахалинского, только оснастят его более современным оборудованием. Сейчас производственный комплекс «Пригородный», который расположен на юге острова, включает в себя сам завод по сжижению газа, терминал отгрузки и собственный порт. Каждые 2-3 дня к производственному комплексу «Пригородный» подходят вот такие танкеры. Из резервуаров газ в жидком состоянии перекачивается по трубопроводу, который находится вот на этом причале. После сильного охлаждения природный газ уменьшается в объеме в 600 раз. Кроме того, он считается одним из самых экологически безопасных энергоносителей. Любой местный житель города Корсакова может убедиться, что завод по производству сжиженного газа работает в нормальном режиме вот по этой факельной установке. Если горит огонь, значит безопасно. Завод СПГ – это не только новые рабочие места, увеличение поступления в региональный бюджет. Большое внимание в компании уделяют развитию инфраструктуры в районе. Строительству дорог, поликлиник и других социально важных объектов. Елена Штыникова, Максим Евсеев, «Панорама».